Дальше нам понадобится морские жители, творожный сырок, зеленушка и, конечно, виновник торжества. Берем сыр, 20 грамм. Ну, глаз наметан, вижу уже. Что здесь 20 грамм? Окей, ты ненормальный, что ли, не понимаешь? Ты чё ржёшь всё время, непонятно. А ты крещённый, нет? Нет. А, ты мусульманский. Точно. Кладём листочек. Морских жителей немножко. Много, много не кладет, а он будет кушать. Зачем много ему класть? Вот так вкусно положили. И смотри, что дальше делаем. Что дальше делаем. Вот так вот. Сложные манипуляции. Оба сложили. Приятного у вас аппетита. Это очень вкусно. Итак, а теперь небольшой подспорье. Ну-ка, покажи. Вопрос. Как сготовить и оставить чистой кухню? Как? Никак!